На улице Автодорожной в столице забили первую сваю школы номер 6 на 500 учащихся. Общая площадь составит больше 8000 квадратных метров. В школе разместят оборудованные учебные классы, лаборантские, включая лингофонные кабинеты и лекционные аудитории, кухню и вместительную столовую, благоустроенные рекреационные зоны. Свои двери новое здание должно открыть перед учениками уже 1 сентября 2019-го. Объект строится по линии государственно-частного партнерства. Чем вас всех поздравляю. Ну, для нашей группы это далеко не первый такой большой проект. Если говорить о государственно-частном партнерстве, то уже построено 6 дошкольных образовательных учреждений на Ямале. В Сургуте строится крупнейший в России перинатальный центр на 10 тысяч родов в год. Поэтому есть уже богатый опыт и есть уверенность в том, что все будет выполнено в срок.